Мультиинструмент Black & Decker MT300KA. Инструмент предназначен для домашнего мастера. Корпус из металла и пластика на 60% покрыт нескользящим материалом, благодаря чему инструмент удобно держать в руках во время работы. Сверху расположена кнопка включения. На торце рукоятки находится регулятор переключения скоростей от 10 до 22 тысяч вибраций в минуту. Для быстрой замены насадок используется система SuperLock. Такое решение позволяет за считанные секунды прикрепить насадку к инструменту или снять ее. Стоит отметить, что таким образом крепятся только насадки, идущие в комплекте. Но не беспокойтесь, с креплением насадок от других производителей проблем не будет. Их можно закрепить, используя шестигранник и специальный зажим. Вместе с инструментом идут 5 насадок, платформа для шлифовки с комплектом из 6 наждачек разной зернистости, 2 шабера прямой и изогнутый для снятия с поверхности клея, силикона или герметика, насадка с крупными зубцами для резки древесины и полукруглая насадка для порезки дерева, пластика или цветных металлов. Стоит отметить, что в комплекте поставки есть шланг, крепящийся одним концом к пылесосу, другим к насадке, например, шлифовальной. Такое решение поможет собирать мусор непосредственно в рабочей зоне, а не в целой комнате по окончанию работ. Для удобной переноски или хранения инструмента и комплекта насадок предусмотрен кейс из качественного пластика с замком-защелкой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!